Всех приветствую, продолжаем знакомиться с притчами мира. Притча называется «Используй прямо сейчас». «Отче», – обратился новичок к отцу-настоятелю, – «мое сердце наполнено любовью к миру, и оно очищено от искушения дьявола. Каким же будет следующий шаг?» Священник попросил ученика сходить вместе с ним к больному человеку, который нуждался в исповеди. После того, как священник утешил семью, он обратил внимание на сундук в углу комнаты. «Что находится в этом сундуке?» – спросил он. «Одежда, которую мой дядя никогда не носил», – сказала его племянница. «Он всегда думал, что нужен какой-нибудь особый повод, чтобы надеть эти вещи, а в результате так они гниют в сундуке». «Помни о сундуке», – сказал настоятель ученику, – «когда они ушли. Если в твоем сердце есть сокровища, используй их прямо сейчас, иначе они сгниют». Вот такая притча, она называется «Используй прямо сейчас». Пока-пока, до свидания.